Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шоу-Стрибум. Сегодня хочу приготовить очень вкусную картошку. Картошку в духовке, которая готовится очень быстро, вкусно. В первую очередь, это очень вкусно, очень необычно. И я уверен, вам и вашей семье очень понравится. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку. Не забываем подписываться, комментировать и делиться с друзьями. Начинаем готовить, погнали. Берите вот такой вот пакет, без дырочек, целенький. Нам понадобится мука пшеничная. Беру ложку столовую с горкой. Две. Такие ложки нам понадобятся две. И также понадобится соль. У меня мелкая. Также берем две столовые ложки. Один к одному. И нам понадобится картофель. Я беру штук 18-20. Он должен быть влажный. Отправляем его также в пакет. Картофель, конечно, изначально помыл, почистил. Закручиваем пакет и начинаем трясти буквально одну минуту. Этого будет достаточно. И выкладываем картофель в форму. Для этой картошки здесь больше ничего не нужно. Отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов около 40 минут. Вот-вот уже картошка будет готова. Я хочу сделать вкусный соус к такой картошке. Нам понадобится буквально 3-4 столовые ложки соевого соуса. Растительного масла 1 столовая ложка. И 2 хороших зубчика чеснока через чеснокодавку. И добавляю свежемороженой петрушки. У меня мороженое. Можно, конечно же, добавить свежий. Все это хорошенечко перемешиваю. Вот такой вот у нас получился очень вкусный соус картошки. Картошечка у нас получилась очень рассыпчатая внутри и хрустящая снаружи. Осталось полить соусом. Такой способ приготовления картофеля, я уверен, что многим понравится, друзья. Обязательно готовьте. Всем приятного аппетита. И, конечно же, комментируйте. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока. Пробуем. Обязательно пробуем на камеру, так как после пробы видео залетает в рекомендации. Пробуем. Соус бомба. Картошка вообще превосходная. Обязательно готовьте, друзья. Ну прям очень вкусно. А главное, бюджетно. Если кто-то думает, что картофель пересоленный, так как берется мука и соль в равных частях, плюс еще соевый соус, но я вам скажу, что очень вкусно, не пересоленный картофель. Обязательно пробуйте и комментируйте.